Итак, друзья, всем привет! Меня зовут Андрей Лоскович, компания «Гарант Ремонт». И находимся мы сегодня в городе Бресте по адресу Гоголя, 67. Где вы спросите? Это у нас G-Bar. Вы меня спросите, что же такое G-Bar? G-Bar – это как салон красоты, только намного круче. Сюда приходят не только навести красоту, но и получить положительные эмоции и заряд хорошего настроения. Так как только вы сюда придете, вам предложат обалденный сервис. Вам предложат сразу же на входе чай, кофе, воду и даже игристое вино. Здесь настолько все так заморочено, что даже кусочки сахара у них свои фирменные. Так что приходите сюда за новым зарядом эмоций и, девочки, навести красоту. А мы поехали о ремонте. Итак, друзья, в данном помещении мы делали ремонт под ключ, и нам очень приятно, что такая большая крупная сеть подрядчиком выбрала именно нас. Вот. Итак, о ремонте. Это у нас помещение, где у нас есть порядка 6 зон. Итак, первая зона – это зона ресепшн, где вас будут встречать. Вторая зона – это у нас зона мейкапа. Здесь девчонки наводят у нас красоту. Итак, еще одна зона у нас – зона... Nails тут ногти, короче, девчонкам тут делают. Еще одна зона, это зона у нас hair, где девчонкам тут красят волосы. Короче, что-то там делают с волосами. Еще одна зона, это у нас зона педикюра. Здесь девчонкам наводят красоту на ногах. И еще одно из помещений, это же, конечно, дамская комната. Она здесь тоже креативная. Итак, друзья, прежде чем приступить к ремонту, естественно, по франшизе были свои требования, что составляло, конечно же, нам неудобства в ремонте. Но приходилось под эти дела как-то подстраиваться, искать альтернативы, вот, естественно, дорабатывать немножко сам проект. Как я уже и говорил, все работы мы выполняли здесь под ключ, включая даже вот данные люстры, мы изготавливали их сами, делали диодную подсветку, и все это дело мы, естественно, монтировали на потолок. Вот. Получилось такой хендмей, получилось очень круто, креативно. Вот, так что, когда будете в данном салоне, обязательно оцените наши старания. Что примечательного в данном ремонте? Это, конечно, как вы заметили, цвета. Они у нас необычные. Здесь прибывают розовый, синий, вот, и под бетон. Естественно, как всегда в ремонте, хотелось бы сделать как-то все это дело подешевле. Но когда ремонт такого вот плана, естественно, это не совсем выходит. Когда вы находитесь в этом салоне, эмоции сами по себе уже вас переполняют, потому что это, ну блин, ну прям класс, ну круто. Что мне нравится в данном салоне, то что здесь вы точно не забудете. Здесь в каждой зоне есть какое-то название. Все стены здесь были окрашены и частично был нанесен декор под бетон. Вот, потолок, сам потолок мы оставили такой вот под лофт, под бетон, и практически ничего с ним не делали. Была заменена вся электрика в данном салоне. Вот. Были закуплены люстры, естественно, которые мы смонтировали. Сейчас мы вам их покажем. Их очень множество здесь. Вот. И, естественно, очень много зеркал. Был здесь тоже очень такой момент. Это... Отойди-ка немножко. Вот такая вот была у нас мелкая плитка. Вот. Плиточка у нас 10×10 формата. Естественно, стены мы здесь особо ну, не равняли, но старались так, чтобы было с большего ровно и красиво. Я думаю, у нас это получилось. Вот. Плитка на самом деле требует идеальной подготовки. И смотрите, здесь у нас розовые швы. Данную фугу мы прям, блин, искали здесь у нас в Беларуси, ее здесь не было. Мы отдельно заказывали ее из России, импортировали и даже здесь еще немножко там с ней кумекли, чтобы добиться вот такого вот красивого цвета. Как я уже говорил, по стенам у нас идет отделка под бетон. Это у нас декор. Вот такой, не знаю, типа травертина. Но выглядит очень солидно. Видим, у нас предлагают цвета розовый, синий, серый и белый. Да? И идет плавный переход с белого, серый в розовый. И потолок опять же у нас под бетон. По дизайн-проекту наши радиаторы были в розовом цвете. Вот, мы практически ничего с ними не делали.
немножко почистили и с аппарата задули их розовой краской. Смотрится очень креативно. Все вот эти примыкания, это, естественно, был, блин, тот еще гемор, как бы, потому что очень яркие цвета, и на них малейший недочет, он сразу же виден. Вот. Но мы, на самом деле, старались. Вот. Так что пишите в комментариях, как вам данное мероприятие. Здесь есть множество несущих колонн, например, вот как вот эта, с которой ничего нельзя было сделать. И по проекту здесь разместилась одна из рабочих зон для мастеров. Вот. И что примечательно, то, что, как я уже говорил, в данном салоне есть вот такие вот креативные различные надписи, которые показывают с помощью стрелок, где какая зона находится. То есть даже если вы приедете сюда в первый раз, и вам, скажем так, администратор не расскажет, хотя это маловероятно, вот, вы сами сможете сориентироваться, где и какая зона у вас находится. Точно так же у нас были сделаны вот такие вот креативные конструкции из металла, вот, в комплект с мебелью. То есть это у нас крашеный МДФ. Открашено все это по дизайну также в розовый цвет. Вот. Блин, очень классные вещи. Говорю, мы такие вещи металлические делаем не так часто, скажем так, но в данном формате вот, получилось очень круто. Итак, друзья, это у нас зона G-Lab, да, как я уже говорил ранее, у нас здесь есть подиум, который мы сварили металлический каркас, обшили его CSP и уложили мелкоформатную плитку. Зафуговали все это розовой фугой. Итак, чтобы разделить эти два помещения, был сделан тоже металлический каркас и зашито вот таким вот розовым, в данном случае поликарбонатом. Вот. Помещение получилось также очень креативное. Видим, у ребят здесь висит целая таблица Менделеева, они тут что-то там красят, наводят девчонкам красоту. Вот. И очень прикольно то, что когда вот лежим в этом, сидим, лежим, за ним тут ухаживают. У тебя даже есть вот подсказка, что 5 минут нужно выспаться. Также в данной зоне расположена небольшая вот такая, я бы назвал ее кухня, но это у девчонки там по-своему. Вот здесь есть два умывальничка, где девчонки что-то там химичат и моют свои приборы. Всю сантехнику мы также здесь меняли, и была небольшая проблема, потому что стоит канализация у нас вот там, и нужно было развести, сделать уклон по канализации для вот этих двух умывальников. Вот. Ну и для этого как бы тогда уже не составляло, потому что не очень далеко. Основная проблема была вот эта, за счет этого мы поднимали вот настолько высоко наш подиум. И, как я уже говорил, в середине ремонта мы узнали, оказывается, что у нас есть еще второй подиум. Так мы делали только один, а у нас есть еще второй подиум. Это у нас зона педикюра. Он точно так же сварен из металлического каркаса, металлический каркас, обшит CSP и уложено... В данном случае, опять же, мелкоформатная плитка, которая, блин, на такой гемор, я вам говорю, это нужно это попробовать, чтобы понимать, как это все дело вот у нас уложить. Вот. И еще большего, скажем так, секса добавляет то, что здесь вот есть вот такие вот ступенечки и вот такие вот свесы, все вот эти вот наружные углы. Вот. Плюс ко всему, по дизайн-проекту у нас было, вот видим, стеночки все эти вот переходят вот такие вот различные там, короче, абстракцию. И все это опять же сводится к нескольким цветам: серый, розовый, вот голубой, синий. И вот эти все разделения цвета, вот это примыкание, это, блин, опять тот же еще гемор. Да. Вот как видим, смотрите, у нас голубой, белый, серый и тут же розовый. Зато очень креативно. Очень креативно. Cooking room. Комната, в которой можно подумать. Итак, друзья, это у нас санузел. Вот. Здесь также мебель делалась у нас по индивидуальному заказу. Делали ее наши ребята. Вот. Здесь у нас есть вот такой шкаф. Кстати, там внутри спрятаны все коммуникации. И точно там стоит у нас и фильтр. Это все скрыто от глаз клиентов. Вот. Чтобы ничего не отвлекало, ничего не мешало получить приятное впечатление. Вот, естественно, здесь есть умывальник и все пивомассы, которые должны быть только у нас в ванной комнате, в санузле, вот, чтобы провести какие-то минимальные процедуры. Все точно так же креативно, есть большое зеркало, где девчонки могут приходить и там селфики какие-то там драйвали, короче, делать.
Итак, ребят, также в данном салоне у персонала есть своя комната. Мы туда не пойдем, но она расположилась вот за вот этой вот дверью. Дверь данная скрытого монтажа. Все открашено это синий цвет, также по дизайн-проекту. Данную дверь мы очень часто устанавливаем в своих ремонтах. Вот. Примечательно тем, что ее практически не видно. То есть, если бы не было даже вот этой ручки, то вы даже бы не поняли, что там есть на самом деле дверь. Итак, друзья, я надеюсь, вам понравился данный обзор. Подписывайтесь на наш канал. Приходите, пожалуйста, на Google 67 в G-Bar. Получайте массу положительных эмоций, наводите красоту. А мы и дальше будем снимать для вас еще больше креативных проектов. Всем пока!